Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня наше видео о пляже Яз из серии пляжи Черногории. Пляж Яз находится рядом с городом Будва, ближе к поселку Ластово-Грбальска. Сюда попасть можно либо на катерке, либо автобусом специальным сезонным, который возит из Будвы на этот пляж и обратно. Можно взять такси или приехать уже на своем автомобиле. Здесь есть большой паркинг. Сам пляж довольно большой. Сейчас время съемки — это начало июля 2020 года. Людей не очень много в связи с ситуацией с коронавирусом в мире. Поэтому здесь сейчас вот справа можно увидеть паркинг. Он полностью не загружен. Сейчас отдыхают здесь больше местные жители. Есть также албанские туристы из Боснии, из Евросоюза в основном, из Германии и Австрии, из Венгрии. К сожалению, из России пока туристов нет. Здесь можно увидеть расценки на разные аттракционы на пляже. Комплект лежаков 10 евро в среднем. Хотя, конечно, зависит от конкретного платного пляжа. Больше всего людей на бесплатных пляжах, но есть и на платных. Вот пропускаем официанта, который несет коктейли людям, которые отдыхают на лежаках. Время работы пляжа. Как видите, народу не очень густо. Это пространство бесплатного участка пляжа между двумя платными. Людей здесь побольше, чем на лежаках, но тоже пока еще не очень много. Тут мы видим тоже аттракционы разнообразные. Тоже кусок бесплатного пляжа. Здесь можно взять на прокат суп-доски или сап-доски, как правильно они читаются. Часть набережной хорошо реконструировали красной плиточкой. Вот видно хорошо, тоже большой участок бесплатного пляжа, практически пустой. Мы пойдем немножко дальше, еще пройдемся. Вот здесь видно, уже заканчивается реконструированный кусок набережной. В кафе сидят люди немного, но по 2-3 столика в каждом кафе занято. Приветливый официант машет рукой. При входах на пляжи и рестораны висят правила безопасности в связи с эпидемией. Стоят санитайзеры, корзины для выброса мусора, гигиенических салфеток и прочего. Погоды сейчас стоят отличные. Воздух температурой около 30 градусов днем. Температура воды 26 градусов, людей немного. Самое время для отдыха, но, к сожалению, отдыхающих не так много, как могло быть. На этом все. Смотрите наши видео про другие пляжи Черногории. До встречи в следующих видео. Будьте здоровы и путешествуйте с нами. Всего хорошего.